История в современных условиях. Прежде чем попасть в музей на выставку, нужно обязательно обработать руки, пройти термометрию, а уже позже познакомиться с новогодним Симбирском, посмотреть на игрушки советского прошлого, создать себе новогоднее настроение. Праздничное чудо путешествия во времени. Улочки старого Симбирска видоизменились, но узнаваемы до сих пор. Выставка своего рода телепорт, где снимки и предметы переносят в 20-30-е годы. Все-таки этот год, он особенный. В каком плане? Мы не будем сейчас рассуждать о пандемии, а у нас все-таки 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, у нас 125-летие нашего любимого краеведческого музея. Ну и, соответственно, мы в этот раз установили чуть побольше фотографий краеведческого музея, чуть более ранние, но зимние, новогодние, очень красивые фотографии. И, соответственно, войну все время показывать тяжело, люди могут и устать, поэтому мы показали детей, вот именно, можно сказать, вот этой войны. Фотографии и рисунки воспитанников детского дома номер 10 трогательные и проникновенные. К ним сотрудники музея относятся с особой теплотой. В день открытия выставки в качестве экскурсовода выступил сам Дед Мороз. Рисунки воспитанников детского дома номер 10, 43-го и 44-го годов. Даже в годы, очень трудные для нашей страны Великой Отечественной войны, дети праздновали Новый год. Потрепанные временем коньки и новые современные статуэтки и шарфы с чемпионата мира по хоккею с мячом 2016 года. Для Ульяновска событие знаменательное, а поэтому пройти его стороной тоже не смогли. Пошли, можно сказать, на такой нестандартный шаг, как вот сзади меня как раз-таки висит вот этот свой шарфик. В витринах можно увидеть интереснейшие значки, посвященные различным спортивным соревнованиям, празднованию Нового года. Музей ждет гостей ежедневно с 10 утра до 6 вечера. В таком же режиме будет работать и на новогодние праздники. Мы бы хотели поздравить жителей Ульяновской области с наступающим Новым годом. Мы желаем вам счастья, здоровья, успехов и мира в следующем году. Приглашаем вас на праздник посетить нашу выставку.